Предметом обсуждения на публичных слушаниях стала застройка района Березовой рощи. В частности, речь шла о необходимости уменьшения предельного количества этажей жилой застройки. Предполагается ограничение до 2 надземных этажей. С такой инициативой выступили жители данного района. Я всегда с опаской к этому отношусь. Мне бы хотелось, чтобы депутаты, за которыми последнее слово, приняли взвешенное решение, обсудив эту проблему со всех сторон. И с точки зрения тех, кто хотел бы жить в таких домах, и жителей, которых беспокоит эта тема. Закон не запрещает строительство трехэтажных домов. Внести изменения в правила застройки конкретного района могут народные избранники. На территории малоэтажной жилой застройки предусматривается строительство индивидуальных жилых домов высотой не более 3 этажей. Значит, такая именно терминология у нас указана в существующих утвержденных правилах землепользования и застройки. Значит, сейчас вы рассматриваете, указываете нам рассмотреть это количество этажей до 2 именно как бы надземных этажей. Решение о возможных изменениях в правилах застройки района Березовой рощи будут принимать депутаты городской думы, при этом учитывая внесенные предложения самих димитровградцев. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, «Наше время».